Добрый день, на обзоре Samsung Galaxy A33. Сразу по его дефектам. Разбит дисплей тут. Трещина тут. Здесь скол. Задняя крышка в таком состоянии. Комплекта у него нету. На работоспособность эти трещины никак не влияют. Дисплей без засвета, вбитых пикселей, повреждено только стекло. Сама матрица не пострадала. Аккаунтов здесь никаких нету. Шесть 128 по памяти. Все полностью исправно, работает. Сейчас проверим звук. Звук отличный, все работает без посторонних шумов. Зарядка также подключена, работает.